еще чуть-чуть. Молодец. Ну вот так и коротаем вечера. Вон пошла Муалися. Вот бегает сурикен. Сурикат. Сурикен. Вот Миша. Мы с ним знакомы по предыдущим публикациям. Лег. Батоша. Батошенька. Батончик. А вот и батончик пришел. Вот батончик пришел. Вот так вот мы. В общем, травма тяжелая. Птица летать не будет. Сейчас пытаемся спасти крыло. Хотя это как бы... Ну, шансов мало. Там множественный оскольчатый перелом плечевой кости. С разрывом мягких тканей, выходом обломков костей по обе стороны плеча. Причем достаточно травма старая. Не вчера и даже не позавчера. Сурикену любимого места около камина. Обработали антибиотиками. Сейчас вот пока. Сова приходит в себя. Вчера покушала. Сейчас вот ей надо просто отдохнуть, потому что ну, все-таки больно было. Пока обрабатывали. Как назовем? Пока никак. Сове надо очухаться. Батон увидел. Дай выжить. Это еще что? Это еще что? Все, она сейчас пойдет в коробку. Будет приходить в себя. Цезарь. Травму крыла она, конечно, получила, возможно, от столкновения с машиной, потому что уж, ну, швах там, а не плечевая кость. Ну и ворон ее долбил. Так у него больше внешних травм нет.